Я хочу сделать официальное заявление средства массовой информации о том, что меня, Васильчикова Александра Владимировича, оперативной службы ФСБ по городу Балашову 23 мая 2019 года заставили, оказывая на меня моральное, психологическое, физическое воздействие, осуществить действия провокационного характера в отношении главы Калининского района Мортова Олега Валерьевича, которому по указанию сотрудников ФСБ я должен был передать денежные средства, подкинутые мне в личный автомобиль оперативными службами. Прошу считать данное заявление официальным для проведения силовыми и надзорными ведомствами проверки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.